И в эту мекинную голову пропагандисты вложили готовые мысли. А может, Федор читал? Будьте любезны, не знаем, меня не перебивать. Это меня сбивает, раздражает и мешает. Оля, вы ведущая или вы спотыкающая, мешающая и затыкающая? Вы мешаете работать, вы не помогаете. Нет, мы ведем диалог. Я слушаю дальше. Это не диалог, это затыкание. Я не нуждался ни в каких репликах и не задавал никаких вопросов. Но мы не знаем, читал Федор программы или Оля, будьте читал? Любезны, не изводите меня, потому что лучшее, что вы можете сделать, это меня не перебивать. Я не нуждаюсь в вашей помощи, но прошу не мешать мне. Так вот и повторяю. Я буду задавать вопросы время от времени, извините. Ой. Скотину тупая. Я тебя больше не знаю. Хорошо. Михаил Веллер вырвал микрофон, швырнул чашку. Видимо, нам придется продолжать передачу каким-нибудь другим образом.